Ага. Что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами Леон и Варпач, мы продолжаем играть в GTA Online. Ну и в данный момент мы находимся в квартире у Варпача, да. Да, всем привет. И тут вот нам в дверь позвонил неизвестный парень, еще мы его впустили, но мы сейчас рассоединимся с ним. Ой, какой приход, у меня аж самого голова кружится. А, вот ты все вот эту штуку куришь, да? Да, надо заканчивать с этой штукой. Сейчас надо посмотреть, как эта штука. Оба. Здесь, кстати, вот буквально минуты полторы, да, наверное, назад вертолет пролетал. Да, то есть вот классно. Как раз этот парнишка к нам и прилетел на вертолете, он шлемак уже. Шлем. Кажется, он уже приготовился. Он приготовился, да. Самое уже, знаешь, дело такое пошло. Ой, слушай, у меня теперь тоже приход. Вот, значит, ну, те, кто внимательно следит за нашей игрой, те знают, что у Варпача брат играет, поэтому очень много денег успевает зарабатывать, так что вот так вот в скором, быстром темпе мы можем наблюдать вот такие вот замечательные красоты. Прямо с высоты. Блин. Ничего полета. Окна прям вообще обалденно огромные, такие вот. Хочу тоже. Люблю. Ой, не говори. Сколько он стоит? 400 тысяч долларов. Да, выглядит, конечно, вообще внушающе. Да, виды прям. Там можно, говорю, вот даже в этот в телескоп посмотреть, вот он стоит. Слушай, а давай, знаешь, как сделаем? Давай я попробую на вертолете подлететь к окну и посмотреть, видно ли тебя. А, ну давай, давай. А я посмотрю, ну тебя-то, я думаю, увижу, а вот... Будет а ли вот тебе я видно? Тебя, да. Да, вот я тебя не знаю. Кстати, а этот чувак из онлайн мяса, походу, потому что у него сзади значок онлайн мяса. А, ну. Ты окей. Вертолет-то найдешь? Знаешь, где? А я не знаю, где. У тебя же нету вертолета, я так полагаю. Нет, да? Пойдем это, поищем вертолет, что ли. И я домой-то быстро приеду. Окей. Сейчас немножечко пофриевольничаем, а потом, ребят, по заданиям пойдем. Ок. Так, вертолет, где же он его? А, вот он! Что, серьезно? Там вертолет? Ну, знаешь, он как бы и тут, и как бы нет. То есть, ты его видишь? Ну, я не вышел еще из здания, я почему-то не могу выйти в свой гараж. На боку лежит. Он мне тут намусорил, представляешь? Он съел батончик и бросил меня тут меж зала, прям посреди комнаты. Надо, кстати, закупиться, у меня кончились сигареты. Я теперь делаю рукой вот так вот, когда мне не хватает сигар. Блин, он зря так вертолет, конечно. Он просто его на бок. Или это глюк такой произошел? Сейчас посмотрим. Залезь на вертолет! Он его пинает там. Сейчас я на машине не выйду, попробую помочь ему. Ну, газ вышла. Сейчас попробуем перевернуть. Он там перевернутый, да, лежит? Главное, чтобы он взлетел. Да я вот думаю, он больше не взлетит, потому что я его сейчас как-то неплохо так протаранил. Это его если только с горы спустить попробовать, вот тогда вероятность будет. Ладно. Так, он где-то тут, да, походу? О, мне Симон звонит. Сейчас отвечу. А, вот, да, вертолет. А, там Симон разоряется, хочет, чтобы мы его задание повыполняли. Сейчас пойдем выполнять. О, о, почти, 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 почти что-то было. А, во. Окей. Ну, я думаю, этот вертолет уже ничего не спасет, нужно искать другой. Надо, подожди, вот она. Вот она машина, которая спасет. Думаешь? Ну, я попробую. Мужичок, нам нужна твоя машина. Можно, знаешь как, можно точку опоры такую найти. Да, ты это... О! Походу у него отвалился. Это как-то... Но он полететь-то полетит без него. Да, только это будет весьма забавно посмотреть, как он еще летать-то будет в таком состоянии. Во, давай, во, да, почти. За мой голову назначена еще и награда. Во, во, ты прям на себе его вообще, во, садись, ты прям даже... Еще и щетка, поехали. Ну-ка. Ну, садится. А, он походу запривачен, я не могу к нему сесть. А как так, он не должен. А он, видать, принадлежит парнишке, который с нами. А он вроде не покупал его. Думаешь?
Ну, в любом случае, у него хвост оторван, так что это была бы в любом случае плохая идея. Ну да. Я хотел бы на это посмотреть. Что ж, ну куда, давай, поехали, где можно вертолет, ты узнаешь? Так, вертолет можно взять, знаешь, где? По карте я фиг вот знает, а вот в аэропорту точно есть вертолеты и самолеты есть. Самолеты даже, ну самолет, конечно, интересно. Давай лучше я тогда тебе на пассажирское сяду. Хорошо, а тут, кстати, аэродром прям рядышком. Рик? А, он, походу, приехал, нет, или это NPC? Ой, так маленько не туда. Образовали тут пробку, блин. Вертолетом падающим. Да, мне тоже стало интересно, видно ли, видишь ли ты меня там. Да, ну... Ладно то, что мы изнутри, видимо, видно ли там. И как там, что видать, когда меня, допустим, нету дома. Там света нет, или еще что-нибудь. Слушай, знаешь, что интересно? Ну, ясно, понятно, что такая квартира не у нас, у одних. То есть, они как бы копируются. Ну, по факту. А, кстати, да. И если вот на сервере, допустим, на в одной сессии у каждого игрока по такой квартире, то как это выглядит вообще? Если все, каждый дома у себя сидит. Где-то слышу вертолет, но мы вряд ли его собьем. Или если собьем, он упадет. Ну да, так-то. Логично. А если это и полицейский вертолет, то... Да, то мы еще и огребем... А, вон, летит! Стой! А, точно, вертолетная площадка же. Вон он. Во-во-во-во-во. Точно, это вот. Я ему посигналю. Он все-таки запривачен, да-да-да. Пойдем, пойдем, пойдем. Парнишка-то нам подвернулся-то, а? Вообще, thank you very much. Мы как пассажиры сядем. Оп! Ну только знаешь, он в курсе, куда мы хотим-то? Да, вот это, кстати, маленькая проблема. Он, наверное, сейчас на маркер нас повезет. Просить как-нибудь на маркер? А, ну слушай, правда, а маркер поставил? Ты маркер видишь? Да, я ставил. Видишь, да, его? Да-да-да, поставь его тогда лучше на свой дом. А может быть, мы сейчас возьмем вертолет и сами посмотрим, как это будет все выглядеть? Мы так просто и быстрее доберемся и все такое. Ой, тут там что так много стоит? А Боинг мы можем спереть? Можем. Ты просто представь на Боинге, я такой еще буду стоять такой ля-ля-ля, а ты на Боинге просто... Просто влетаешь. Бульбик сидит, втягивает в окно, смотрит, просто Боинг. А, да. О, пора завязывать. Ладно. Просто можешь, он пускай даст нам управление? А я не знаю. Догадается он, нет. Ну ладно, думаю, мы просто... Я хочу хотя бы хоть раз, я ни разу даже в сингле не спирал Боинг. Тут какой-то можно Боинг взять, а какой вот? Он нас оставил, в смысле, сам полетел. Мы что, тут пешком должны ходить? Ну, не знаю. Подожди, я смогу же сейчас вызвать, да, этот... Кто привозит-то этот самый транспорт, не помнишь? Это текстура, по-моему, да, это нет, транспорт я не помню. Механик, по-моему. Кстати, мне еще Лестер позвонил вне записи, то есть он сказал, типа, чувак, короче, я типа тебя знаю, но ты меня не знаешь, и что-то там сказал, я даже как-то прочитать особо не успел, но фишка в том, что по заданию у меня уже появился Лестер, и очень даже любопытно посмотреть, что за него можно сделать. Ну да, Лестер, это круто. Так, я, по-моему, вижу машинку. Я вот не пойму, вот это вроде из тех самолетов, которые можно спереть. Какой-то есть тут один Боинг здоровенный просто стоит, и его можно спереть. Он прям здоровенный, это не прям просто... здоровенный, да, он не такой, а он еще больше. О, машинка, ее нельзя взять. Ух, меня не засасывает в турбину-то, а? Блин, нельзя взять. Там что-то взлетает. О, он на самолетике, прикинь, тут летает еще. Вот человечина. А где вертолет он оставил тогда? А я не знаю, да мы и не сядем так же в него. Блин. Что ж поделать-то? Надо хотя бы машину сюда, что ли? Погонять тут, посмотреть, что есть. Поищем. Ой, ты бежишь, да? Ага. Там ничего нету, да? Нет, там... Хотя бы транспорт, блин. Ой! Опа! Походу он долетался. Да-да-да. Он вертолет где-то он там оставил, потому что он оттуда прилетел. Может быть, мы все-таки сможем в него сесть? Тот, может, был просто разбит. Он полетел он к тем ангарам. То есть, значит, у тех ангаров точно есть самолет. Ну, давай хотя бы на кукурузник сядем. Ну да, тоже было бы неплохо. А, ну, чуваков спросить. Да. Ребят!
Ребят, привет. Мы тут самолет ищем. Вы не видели? Ой. В ухо перепечатал все-таки. Ой, он за тобой побежал. О, no! What I am done? Ай. Он бьет тебя, давай, уделай его, давай. А второй убежал вообще там хромой. Я забыл, как его... А, вот, все. Ай. Нифига, он меня бьет, слушай. Что делать? Дай ему в ухо. Нормально. Отоварили. Это точно, так. Блин, слушай, по аэродрому пешком это как-то не ахти. Вообще, я механика вызываю, он сказал, я не могу доставить тебе транспорт сюда. Хитрый. Вон, вон, видишь, ангар открытый, вон там что-то должно стоять, очевидно. И там, вон, и там. Да. Ну сейчас этот мужик опять, по-моему, летит, потому что смотри на карту. Смотри, там вертолет стоит. Где? Прям перед нами. А, еще один вертолет, два вертолета, как раз, и он нам... Три вертолета. Красота. Ну все, едем на вертолетах к всем дому. Всем по вертолету. Всем по вертолету, дамы и господа. А вот я возьму вот этот простенький в управление. Бери черный, я вон красный возьму. И летим, сейчас я маркер поставлю. Еще и прикинь, он еще и стреляет. Да? Да. Фига ж себе. Бу-у-у! Но, в общем, главное не отступать от нашей цели. Он реально стреляет. А он к тебе, да, сел? Ага. А, у нас менты, слушай, он пострелял, а менты-то у нас. Ну, я поставил маркер, ты увидел, да, там? За угон, наверное. А, я нет, не увидел. Ну я так, знаешь, ориентировочно, знаю где-то. Окей. Ну я лечу туда. А как стрелять-то? О, ракеты. О, пулемет. Понятно. Уу! Раз, кстати говоря, на самолете. На вертолете, вернее. Бам! Жесть, что можно делать. О, еще и автонаводка есть, обалдеть. Ничего себе. Вот это ставят вертолеты в аэродроме, обалдеть. В аэропорту. Фига угу. Тут мясеров катается. Любопытно. Разрастается. Ну. Так. А это вон вы летите, походу. Да, ну вроде как я сориентировался, где находится твой дом. То есть вот этот вот. Да, походу это он. Как-то я низко лечу и чувствую, что я сейчас врежусь. О, нифига себе, повезло так как. Врезался? Нет. Я хвост в последний момент убрал. Че там, видать что-нибудь? А, ну, я не знаю, тот ли это дом. Это тот. О, я могу тебя прямо сейчас снести. Воздушные бои такие. Это он, да? Да, это он. Сейчас я войду в него. Ну, давай посмотрим. А ты меня там поищи. А я тебе скажу, где я тебя увижу. Окей. Кто-то стреляет. Ой! Это о, я уже придумал, что я буду делать. Стрелять по мне? Да, в окно, когда. А там, кстати, наверное, не убить. Так. Да ты меня не. Я тебя не убью, да. А тут тоже у кого-то дом. У какого-то Саша какой-то. Вот ты сейчас, кстати, либо меня, либо его увидишь. Вы заплатили уборщику $50 за неделю. Mm-hmm. Все-таки тут есть налоги. Ну, $50. Я слышу, кстати, твой вертолет. И ты прям где-то передо мной. Только ниже, наверное. А, нет, выше, скорее всего. О, стой, стой, подожди. Да, вот он ты. Ты стреляешь по мне. Это не я. Ты видишь меня? Нет. Не видишь? А-а. Ну, блин, а я тебя вижу. Ну-ка, подожди, стой. Я хочу, знаешь, что определить? На каком ты этаже? Вот я сейчас ракетой выстрелю по одному из этажей. Давай, давай. Нет, я выше этажом. Выше, да? Ну-ка, да. Сейчас. Во, да, только рядом окно. Блин, я немножко управление потерял сейчас. А, ну-ка, вот, да, вот да, это? Да. Да, вот еще рядом прям. А, еще рядом да, выше? Да, и... вот. Не, прям рядом, который... А, прям вот так, что ли? Так, в другую сторону, подожди. А, стой. С другой стороны стены. Не-не-не, рядышком. Блин. Вот через стеночку прям такую. А, вот так. Да, вот, да, вот прям в меня попал. Подожди, сейчас бонгом затянусь. С другой фига стороны, облети прям через угол. Го, ну а тут текстура, слушай, обидно. Да? Блин, плохо. Но это, наверное, специально для того, чтобы это... Во! Подожди, сейчас осталось затянуться только. Сейчас. Для атмосферы, да? Да, я еще слышу, как ты летишь. Ба-бах! О, да.
Я такой проснулся, думаю, не курнуть ли мне траву? О, вертолет! О, нифига ты, я чуть ниже этажом. Во, ты прям, считай, на меня почти смотришь. Да, вот, прям сюда. О, да, прям сюда, а, затянул. О, у меня приход, ракеты летают. Ну-ка, давай теперь ты попробуй, я вот сейчас потусую. Ты заходи ко мне в дом, оставь вертолет на входе. Ты же сможешь без меня тусовать в доме, я надеюсь. А, я тоже надеюсь. Сейчас мне надо как-нибудь сделать так, чтобы ты взял вертолет. Да, вертолет стоит там, я же свой тоже посадил. А, да? А, ну, да, сейчас я тебя приглашу. Я, наверное, его как-нибудь вот сюда вот. Или ты зайди, там еще чувак есть такой, позвони ему в дверь, он тебя пригласить должен будет. Потому что я боюсь, что... Блин, а как отсюда выйти-то? А, во, сейчас. Сейчас прибегу. Тири-тири. А, о, квартира, отлично. Квартира. Вот, Джоби, этот, ты сейчас должен здесь появиться. Забавненько, забавненько, слушай. Так, вы сейчас здесь оставайтесь, а я попробую это. Я сейчас выхожу на улицу в доме. Тип такой, рок-н-ролл, я такой рукой типа, не. Вы в доме, да? Да, мы в доме, все. Все, смотрите, сейчас, а где оставили вертолет? А, вертолет на крыше одного из домов. Понял. Но я на свой тогда сяду. Любопытно, а я смогу увидеть, как ты взлетаешь там, допустим, или что? Да, ты должен увидеть. Ну, как я тут рядом летать буду. Ага, я слышу тебя. Где-то ты... А, во, вижу оранжевенький вертолет прямо. Да. Так. Выше. Выше? Угу. Я тебе скажу, когда будешь прямо. Так, я, наверное, вот сюда вот, да, наверное, здесь вот эти большие окна. А, ну да, так, сейчас я просто со стороны кухни у тебя. Так, какой этаж-то хоть? Ой, я вижу твою тень. Этаж где-то, знаешь, сверху четвертый. Если считать сверху вниз. Вот, сейчас меня видишь? Насколько близко я к тебе? А, нет, ты где-то нет вообще. Не вижу в окно. Наверное, с другой стороны где-то, не за тем углом. Вот я тоже сначала подумал, что где-то вот с одной стороны. Сейчас не видишь меня? Нет. Не-не-не-не-не, ты где-то вообще. Сейчас погоди. То ли выше, то ли ниже. Ты должен меня на карте видеть. А, во, я вижу, куда ты смотришь. Подожди. Ты сейчас в окно, да, смотришь? Да, я прям в окно стою, в окно. Вот, сейчас подожди. Надо будет потом, кстати, в магазинчик зайти, купить там сигарет, шоколада, куда-то. Да, очень... закупимся. Так, сейчас видишь меня где-нибудь? Нет, не вижу. Так, значит, что с этой стороны, что ли, получается? Ты, в принципе, я не знаю, как тебе объяснить-то. Ты первый раз, со стороны входа или с другой стороны? Окна-то находятся. Ты видишь, куда я смотрю, в какую сторону, ну, да? Ну, вроде да. Но тут вас трое аж. Ой, блин. Ну, я не знаю, пробуй, короче, просто полетай вокруг. Но ты меня видел, да? Ну я тебя видел в первый раз, когда ты там взлетал, только... Вот сейчас посмотри по окнам, ты меня видишь? Может, выше просто надо? Не, видишь, я еще... А, во-во-во, да, вот, ты на уровне, но чуть-чуть с другой стороны, в тот угол, который сейчас смотришь, да, вот за этим углом. Понял. Я, короче, не долетал просто до этого этажа. Как камера бесится-то, а? Вот-вот-вот, все прям вижу, вот, на одном уровне мы. Да? Чуть-чуть поближе подлетишь, будет вообще веселуха. Так? Да-да-да. Классненько, можно даже чуть-чуть правее взять. Мы будем друг другу в лицо смотреть. Так, еще правее. Ну то есть, да, вот-вот-вот, еще. Еще так, еще тут правее. Стекла такие побиты. Еще. Ой-ой-ой, зацепился. А, ну ты стрелять не можешь. А, подожди. Да? Вот, все, вот прямо на одном уровне ты повернешься, если в окно. И вот, да, все. Можешь прям в упор подлететь. Я еще вид из глаз такой сделал. Офигеть. Здесь все такое побитое. Забава, забава, слушай. Во-во-во, я если бы сейчас руку мог вытянуть, прям нос тебе погладил. А я знаешь, что сделаю? Я вот эту штуку сейчас, всякую зяку, закурю вот эту штуку в руку. Ой, там у кого-то что-то шумит, да? Да, сейчас, блин. У меня главное, чтобы лопасти не отпали. То я уже несколько раз ударил. О, все, приход. Вертолет! Вертолет! Ща-ща. Оба.
Да, тут текстурки такие. Но я примерно представляю картину. Да-да. Уф! Еще эхо такое. Ба-ба-ба-ба-ба! Наркомания. Ну что же, это выглядит очень даже прикольно. Прикинь, истребители, когда так пролетают. Это будет вообще что-то. Истребитель — это бомба. Еще если в окно влететь. О, а тут парашют есть. Повнимательнее посмотреть. Ты осмотри его. Что за... Ты там что, царапаешься, что ли, дном? Тебе это хорошо слышно? Да, я слышу там... Звук, блин. Это я на крышу сажусь. Фига ты. О, у тебя тут двухэтажные апартаменты. Тут кровать двухместная. Ништяк. О, ты совсем приземлился, что ли? Да. И что, сейчас зайдешь в дом? Не знаю даже. Я приземлился вообще наверху, но что-то я спрыгивать отсюда не хочу. Угу, забава. Он и в вертолет не садится, какого черта? Ты че, а? Сядь в вертолет, придется прыгать. О, попробуй прыгнуть так, чтобы я тебя увидел. А, ну давай. Вот смотри, я... Следи сейчас за мной. Блин, я точно не могу сказать, помнишь ли ты... Да, а, я сторону-то помню. Ты смотри там, где Бонг лежит. Я сейчас прям там спрыгну. Да? Ну окей. Видишь меня? Я пролетел, блин, уже. А, во, вижу, вижу. Да. Видишь? Парашют такой. Но. Радужный. Ха, забавно. Тут у тебя гость столько намусорил, я смотрю. Да? Вообще, он уже тут столько фантик. Поставлял. Вот, прям на синюю машину чуть. Так. Ну, норм, норм, норм. О, я умер, прикинь, еще. Обрезался об мусорку. Нифига себе. Трехочковый просто. Вообще трехочковый, прям. Еще бы мусорка открыта была, прям в мусорку бы залетел. О, я могу выпить сок у тебя. О, слушай, а тут можно это какую-то эту захватить. Припаса, что ли? Что-то зеленое и такая красная область. Я у тебя, слушай, сок выпил. Сок это хорошо. Налито было. Весьма здорово. А, там стакан такой с соком, да, был? Угу. Здоровый образ жизни прививает. Это квартира, я тебе скажу. Ну да. Прикольненько. У нас это уже вторая серия, где мы ходим по квартирам. Я вообще, кстати, не рассчитывал на то, что буду прям в квартирах, по квартирам ходить. А я тут не рассчитывал, что на меня банда какая-то нападет. Какого черта? Блин. Меня мужики стреляют. Я на стройке, ты можешь в этот посмотреть. Как его называют? Глазок этот, который, блин. Слушай, темнеет. Глазок я могу... Ну, который этот. Ну, ты понял, который... А, да, телескоп этот. Да-да-да. Давай посмотрим на него. Слушай, а я могу как-нибудь посмотреть телевизор через... О, да, могу. Да, ты, кстати, даже, наверное, за мной сможешь наблюдать. Да ты чё? Слушай, а давай проверим тогда, эксперимент поставим. Могу ли я через телескоп посмотреть на тебя? Я прям на стройке-то там увидишь. А, вот стройка, да, я вижу. О, бегает, бегает, бежит. Тип какой-то на второй этаж побежал, за ним толпа. Да? Стрельба, стрельба, вижу стрельбу. Это по мне стреляют. Жесть, чё-то происходит. Я прикол. Вот я застал вас там, а. Вообще не говори. Вижу, стрельба какая-то. Там один за стенкой спрятался. Меня убили! Ё-моё, вы погибли. Все, я проиграл, наверное. Чёрт, там так много-то, слушай. А, не, я не проиграл. Ты появился рядом, да? Да-да-да, я вот. А, вон, я вижу тебя, все, я вижу тебя, сейчас за тобой наблюдать буду. Я тебе буду говорить, короче, где-то. Окей. Один из машин, походу, вылез, или что там дверь открылась, я видел, справа от тебя. Офигеть. Фига, слушай, прикольно, а? Как ты там за стеночкой спрятался аккуратно. Сейчас... Да они тут вообще всюду. Один из дома выбежал со стороны, вот где ты сейчас стоял, он выйдет прям вот. Он сзади меня, да? Он в машину, короче, за машину спрятался со стороны тебя. Вон, где машина, слева. Спрятался за... Да-да-да-да-да-да-да-да-да! Расстрелял. Красавчик, это человек был? Да, но это вот... Это... Ну как, я не знаю, это эти NPC вроде, но их дофига что-то. О, все, я что-то... Бандитская разборка какая-то. Нифига себе, бандитская разборка. 15 человек я убил.
15 человек! Да. Ты вообще зверь просто. Не говори. Сам не ожидал. Блин, что за шумы такие? А, все, я отключил. Кого-то надо замьютить. Как у него ник-то был, не помнишь? Сейчас скажу. Сейчас скажу. Если он сейчас снова не выдаст себе. Хролл 1987. А, все, понял. Он из мяса. Угу. Я тебе вот что могу сказать. Это было круто. Наблюдать вообще просто из твоего же дома через твой телескоп, как ты там стреляешь типов на стройке, это дорогого стоит. Вот этого мне стоил этот дом. Эти ребята хотели забрать его. О, еще и машина меня сбила. Да ты офигела, что ли, женщина? Хорошо, в общем, это было забавно, так, надо выходить. Еще и уезжать хочет. Да, надо пойти по заданиям повыполнять, что ли, маленько. Или ты не встречал тут что-то типа водопада? Помнишь, мы в предыдущих сериях по водопаду круто катались? А, да, то есть тоже бы хотелось повторить нечто подобное. Я полагаю, таких мест еще есть много. Надо вот найти такое место какое-нибудь. В Сан-Андресе, по-моему, был что-то типа водопада возле этого. Как он называется там? Дамба. Интересно, тут дамба-то есть? Я просто в твой гараж спускаюсь. Во, я сейчас в этом гараж зайду. Окей. Сядем по байку, и знаешь, что бы я хотел? Я бы хотел... Что-то я хотел купить, я уже подзабыл. А, надо заехать в магазин какой-нибудь, продуктов набрать. А, да и можно точно. И ограбить его попутно тогда уж. Да, мы сначала закупимся, потом ограбим. Сначала купим, потратим деньги, потом заберем их обратно.